Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я сейчас быстренько для вас сниму дневной макияж. Он у меня супер быстрый, это супер мега дневной макияж, я с ним вообще мега красотка. Короче, для этого нужно совсем минимум ингредиентов, главное замазать синяки под глазами. И с чего я начну? Я начну со своего любимого, вот, мислин. У меня такой, видите, там Кристинка, Полинка, в виде влога такое будет у меня. Они там еще могут рассказывать какие-нибудь истории. Давайте подслушаем немножко. Значит, смотрите, вот это мой мислин любимый в номере 0. А, в номере 14. Я его обожаю. Для начала я замазываю синяки. И какие-то неровности. Дальше я беру свою пудру, это натуральный тон Max Factor, я ее обожаю, она вообще корректирует все, я просто придаю лицу тон. Делаю обычно это кисточкой, но кисточку я с собой не взяла, поэтому мы сделаем это спонжиком. Она не утяжеляет, сильно не уплотняет, прям она просто реально, вот, смотря как наносить, конечно. Дальше я буду использовать скульптинг, мастер скульпт. И, о, кисточку не взяла. Ну, хорошо, что здесь есть кисточка своя. И немножечко нанесу. Чего вы ржете там? А свое или надо мной? Дальше я беру светлые тени, самые светлые, наношу их по всему веку, подвижному и неподвижному, для того, чтобы лучше наносились остальные тени. Ну и такой, знаете, фон придаю. Потом беру коричневый, самый светлый тон, самый светлый коричневый у меня вот он. И просто наношу его вот здесь в складку века. Он придает уже что-то вот такое глазу интересное. Да что ж такое? Потом я беру этим же тоном кисточку другую и под глазиком. В принципе, все. Вот мой макияж готов. По большому счету наношу тушь. Тушь. Да, надо было. Но все пошло не так. Кристина, дай помаду какую-нибудь. Хочешь, я тебе дам блеск прикольный? Давай. Также я еще делаю хайлайтер обязательно, вот у меня здесь есть, это мне подарили с Нью-Йорка. Немножечко сделаю тон такой здесь, потому что еще хайлайтер всегда придает лицу свежесть и яркость. В общем, хайлайтер рулит, над губкой можно. Так. И вот Полина дала мне помаду. Что это у нас за помада? Мы сейчас попробуем. Буржуа в номере. Каком номере? 07. Откручивай. Откручивай? Это бы сломала сейчас. Это блеск. Так, вот такой вот у нас получился цвет. Спонтанный. Но главное, основа глаза, да? Потом я распускаю волосы. Ну, в принципе, вот вы можете видеть, да? Я уже красотка. Невозможно вообще глаз от тебя оторвать. Так бы вообще камеру не выключала бы онлайн. Понимаете, почему я в Дом 2 на кастинг ходила? Сегодня просто так. Ну такая красота. Что-то у Кристинки блики какие-то здесь, да? Я такая вся в этом красоте какой-то. Ну я сейчас покручусь. Пока.
Да, подписки, лайки обязательно. Дайки, то есть. Дайте дайку.